Здесь главное было выбрать тактическую схему, правильно сыграть. То, что в принципе и получилось. Может, концовка вот такая нервная была. И здесь двоякое как бы мнение, когда быстро мяч забиваешь, оно вроде и хорошо, а с другой стороны психологически уже вот и в перерыве общался с игроками, уже второй тайм немножко по-другому. Стали, как говорится, больше внимания обращать на оборону. Ну, это, конечно, это нельзя, потому что начало матча – это концовка, да, где-то можно сыграть больше в обороне. Вот здесь, конечно, у ребят немножко психологически все-таки повело то, что стали обороняться. И в перерыве сделали непосредственно замечания, сделал, поправил их. И второй тайм в целом мы уже стали более высоко играть, и моменты появлялись, и второй мяч добили. Ну и здесь, конечно, нужно отметить и поблагодарить игроков, то, что самоотдача была запредельная, желание было, жили результатом, болельщикам.